Спрятан ли что? Кто я? Ну. Ну да, немножко. Где цирк? Я тоже немножко. Ну что теперь? Тыкните. Ну хоть дамажит хоть. Кто там подпевал, а как это называется? Подпевасник. Подпевасник? Подпевал это ты, бля. А, точно, ну я про себя говорю. Я толпаю то, что Абл пишет, что мы здесь затыкаем, то, что он не... Пусть заходит, что нет-то. Да пусть сидит на роге, блин. Причина вайпа не из-за того, что сейчас ДПС не хватает. У нас причина вайпа из-за того, что, блядь, вы сверки нормально не можете разбить и встать в лужу. Когда это нужно. Вот это причина вайпа сейчас. Ну вот будет Абл тягать сверки и будет все заебись. Не надо тягать, вон есть люди, которые будут это делать сейчас. Блядь. Все назначил. Все, давай торчу на пул и поехал. Моя жопа. Еще сделаем три последних края и не убиваем ро. Моя жопа, сука. И в моей бля, чистые края, уже магазин закроется, блядь. Они не платят, платят. Значит, не придешь. Сходишь, ничего страшного. А там, у кого есть возможность по таймеру выкапывания, через 3 секунды говорите, до выкапывания. Я один рыбу не поел. Я тоже не поел. Рыбку. Поставьте, пожалуйста, дом. Гриш, тебе пасть? Я тоже не поел, оказывается. А вот она смотрит за своим батом. А с виду как будто поел. Да, четвертая фласка уже ушла, блядь. Дон, ты тут или нет? Я поставил. Слушайте, Рок, что ты видел мой трансмог? Сейчас посмотрю. Где? Ничего Рыбка. Необычного. Престовский Т2. Не вижу себя. Ау. Престовский Т2, ничего особенного. That's what. Лучше, чем Лока, блядь. В смысле, Лок охуенный? Лока, плащ, педофил. Ну, а чё, плохо, что ли? А че на пол? Дед педофил. Дон, ты тут? Да, почти готов. Что, подписал? Давай ПС, смотри. Я вообще-то уже давно вернулся. Давай, добавим пол. На 2 секундах там заносите. Ну как? Дрич ПС, я решил. Я уже дал уже, вот на тебе. Две. Две. Два. Запросил я, да? Ладно, трэш. Немножко кассер, смотрите, как лужа стоит, миличники особенно. Смотрите, обратите внимание, чтобы лужу не забегали, когда база роется. Имейте в виду. Пиздец, блядь. Заспин зашел, блядь. Так. Не хватает эвойденса или тебе в спину зашел? Он за спину, спину зашел. Угу. Просто изнасиловали эвойда в жопу. Смотреть без регистрации смс. А эвойду не привыкать, он розовый, так что можно. Опа. Опа, что? Паладин устроится, блядь. ГП получается, блядь. Не знаю, оскорбление пошло уже. Не, ГП за вайп. Вот. ГП за то, что подставил это. Иди за магазин, что мы не знаем, не пузи. Извините, пожалуйста. Я так шуткую. Ну это не считается за трай, блядь. Это баг, это баг. Как он за тебя забежал за спину? Он просто зашел за спину, как уебок, и пизданул меня, блядь. Ты, ну, ты смотри, регулируйся тоже, ты не стой на месте, ты смотри, как откуда идут мобы. Ты тоже как бы обращай внимание на это. Так ебать, понимаешь, эти трое с этой стороны спереди, а тут просто за. Хорошо, смотри, допустим, отсюда трое идут, да? Где печенька тусуется. Где-то один отсюда. К примеру, да, вот отсюда он ушел. А ты стоишь как-то, наверное, не валит. Ты, наверное, так стоял, наверное, боком. Ты просто регулируй стороны просто. Так я, блядь, назад отхожу, а он за спину зашел. Он ну, сам за спину не заходит. Зашел, блядь. Ну потом на видео. Мобы сами за спину не заходят. Они заходят, как ты стоишь, так и ты получил урон. Ну потом они на видео посмотрим. Они за спину могут зайти только тогда, когда идет каст. Да это все, забей. Случай. Потом на видео посмотрим. Подкарал-то как Роган, а? Поставьте потом рыбку, пожалуйста. Покушали уже все. Не все. Наверное, не успел.
Бедняжка, блин, давай скинемся, мужик, на что-нибудь. Давай, сверчи на пол. Вот что не хватает. Ты бафуешь. Все, кто? А нахуй ты меткость пьёт? А чё? Это мне меткость надо пить, бля, потому что у меня физически, а у тебя, блядь... Чтоб таунт не промахнулся. Таунт? Ну ладно. Ну там символ так. Есть. Если что, там мобы, там какой-то уровень, не помню. Так, давай дон ДБМ пул. А что? Алкаш ты готов? Дон, готов? МП5 нет. Две. Я с бафом пока считаю. Спасибо. Инту. На пулу замер. Смотри, как моб идет, ты видишь, откуда он идет. Не просвету. Все, аккуратненько регулирую. Сейчас видишь, что сейчас попнули? Нормально же. Аккуратненько сверка летает. Ты просьба на ласт фазе все под боссы забегите. Готовься, сестра сейчас будет выходить. На пол издали. Ой, там собака трэш пошла. А. Ты там на хас не вижу, да что? Что ты там на хастер доставишь? Цирк побежал. От бомжей. Жди. Как хрипатова служил? Не русский копат. Дичь с хрипатовым. Прямо сейчас. Все, не резай, не надо, не резай, падайте. Как моб сорвался, блядь. Слушай, не на поле ли? Хуй знает, как он сорвался. Дживс будете сейчас? Блять, ну товар, нахуй дело, блядь. Блокера нет, паладина бесполезна. Ну да. Я лужу кинул и ждал отката бомжей пустить. Не, то что эти копатели сорвались, как они сорвались? 4 роги, 4 роги. Я кинул, ладно, и этот. Это самое, с роги тоже, когда босс зарывается, давайте свои тогда эти самые, тоже на пулы. В общем, поможет там купол Дима. Через АВЕшку. Вам и есть АВЕшки какие-то там, ВЕР какая-то? С ЛПшки никак не может сорваться, блядь. До этого же не сорвался. Есть же сопоставить все босса. Маленькие хитрости на хрипатый гудлик, почему? Почему на хрипатого он напуливал? Плюс они все, если я жив, если вот нет, смотри, я... смотри, я смотрю, Гудлик напуливает на хрипатого. Раз, два. Цирк на Войда, Кенроки на хрипатого. Блять, вы чё, рофлите? Только ты на этом, на боссе на самом, я два раза на хрипатого напуливал. А когда зарыл? Ну смотри, вот когда... А когда закапывается, я вообще не напуливаю. Когда сагрился, смотри, Биг Браузер показывает. Гудлик применяет маленькие хитрости в хрипатого, и хрипатый хуяк падает. Да. Ну да. Так я не напуливал. Да, только Гудлик. Пиздец, за Гудлика я сказать ничего не могу. Что, после зарывания вообще никто и напулы не давал? Ребята, давайте, пожалуйста, после зарывания вы Войда напулы. Сорвутся мобы, блядь. Ну типа до этого как? До этого как было, бля, я хуй знаю. А так же, что ли? Ну до этого такого не было. Ну, вот я до этого ничего такого не было. Я также кидал лужи и затягивал вот этих скоробеев. То есть хваткой, таунтом.
Короче, блядь, сейчас на нубе за любой косяк сейчас буду начислять, уже доставлю его. Не заниматься, блядь. Ну, включайте голову, ну. Что вы делаете? Давайте, фулбаф и цирк где? Давайте забегайте. Блять, вы просто понимаете, вы не можете перефазу пережить, о чем уже говорить. Я просто вас нахуй менять буду, ребята, если вот такая хуйня будет продолжаться. На пулы эти всякие такие кривые там и тому подобное. Меня грязь заебала было. Потому что один косяк там, один там, третий там, тут лужу не забежал, там, еще что-нибудь. Это сложите по одному слаку, блядь, это 25 вайпов и 25 человек. Ну. Чё там, лапку, интеллект? Тут все. Давайте баф быстрее. Гудлик вообще не дамажит нихуя, блядь, на варе своем, блядь. 4,7 кдпс показывает. Ну, как на дороге. Не, это не которая Абула на Гудлике, это который Гудлик на варе. Почему присутствует на пол? Тот, который бульбостанец. На это он упал, скорее всего. Мопсик готов? Да. Да, сейчас. Реловат прописал. Да. Все, готов. Все с подонтом? Все, бедом пол пошел. 5, 4, 3, 2, 1. Го, поискадрищ. Го. Ну, у вас все ресурсы есть. Пулы есть. Танк с блоком есть. Все, просто исполняйте механику. Обсорвался крот. Готовьтесь. Кормная пачка треша будет. Напула. Скоро взорвание. Так, немножко смотрите, мелизона, на печеньку побежите. Чтобы лужу отведеть. Видите, где печенька? Подошли сюда. Через лужу не бежите, аккуратно, треш пока не стакайтесь. Он доготовился вытягивать сверху. Все, шоу, бегите, Богдан. Задавайте трэш через заводишки. На пульте там нормально. Давай, сейчас проводим. Давай, давай, давай. Мелкий трэш тоже вводит, потаунчивай. Припады бомжей. Все, всегда так делаете, ребята. На ком сейчас? Невер. Невер. Какая сложность? Че до выхода секунд? Еще. Долго. Как только взорвется лужа, у тебя будет еще 5 секунд. Мор, аккуратней, там на сверху попало. Вот, я тоже служу выбегаю, потому что у тебя мор тоже может свечнуться. 2. Все. Под босса стакнулись. Под босса, все. Апулу дали. 5 стаков немного, хорошо. Куверт подхищен. Топим босса. Так, у меня мелкие там суки выйдут.
Кто здесь моба сейчас будет выходить? А уже вышли они или нет, не вижу. А, все, уже вышли. На пул, да. Топите ДПС на. Все, отыграем по 3. Ну шо, вот так хоптик сбежишь, да? Я сам по себе могу закинул. Хорошо, там сам по себе дашь. Я сверок. А ты же... Всё, понял. Там... Сверок вообще нет, только вот тут осмотр. Бомжи ДК? Кто, я? Ой, блин. Меня волк вылетел. Сейчас. Я не знаю, что я нажал, но у меня волк вылетел. Бульба Станис вышел служу. Севермор, беги, 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 беги. Боб, есть у кого-нибудь? Да. Давай, беги за... Дашь ему, успеешь боб дать ему? Главное, лучше не разбивайте, который мог бы танчить. Дичь и Дирис и Шову. Оптик, сейчас дам тебе. Он вылетел. Он вылетел. Почему пиздец, блядь, он не вылетел нихуя. Сколько до выхода? Скоро появится босс. Две. Бомжи там зале, да? Все. Да. Ставьте его на место, где он стоял изначально, возле лужи, бегом. Готовьте трэш на пулю на выйду. Сака, в принципе, немного, нормально. Капула сдали. Переводим его. Стакните себе в одну точку, бегом в печеньку, все стакнулись. Астеры, кроме хантов, которые на пулю. Гимна. Блять, он тут подведи. Все, сейчас аккуратненько смотрите внимательно. Сейчас фаза будет. Мапу, мамов. Сейчас готовится. Гим, гим нужен? Не надо. Прохилю. Здесь метка прохил. Геру дать? Да, вижу. Снимите все. Моба, моба, жуки, моба. Жуки, жуки. Кто выпьете, кто не выпил? Сопрот выпили. Не успел. Так, цирка сложила, нормально. Дичь, дай БР по джимбоссу. Джимбосс топи босса. Так, я забавлюсь. Мастер Рауф на лёд сейчас дам. Сука, ну мобы, бля. Танка сложила, да? Нет, вачев ещё. Поднимите мой дух. Давайте ещё сейчас убьём, можно убить. Сколько мы оставили ему? 5 лет. 12% нормально убивается босс. Ну сейчас БР 2 не будет. Не тупите, блядь, чтоб нахуй БР не было. Чё, если ДП шоу приложить, примерно процентов, ну, я думаю, 10 было бы. У нас время на ластрай осталось, на СРТ до 12, до полдвенадцатого, ребят. С мобами, ребята, Дон, следи за мобами, пожалуйста. Мне не за всеми не могу следить. Хилить, блядь, и следить за этим самым. Ну, просто мобы пошли, блядь, влить, тоже пизданули кого-то там. Внимательно смотрите, ребят. Там на пол был. Ну, а как они в рейде оказались? Не знаю. Ну, смотри, за таймером там отслеживают там. Просто мне место. В смысле, я схожу. Все за хил, все нормально за хилой, кстати. Все на он был. Там просто. Просто перевесились метки быстро, и люди там, два человека сразу шопнулось. То есть там, ну. Так, меня слышно? Да. Прибут на улов. ХЗ. Я типа ХЗ, что я нажал, у меня просто все повисло. Ригу нажал, наверное.
Макрос, бабл плюс хс, но там была ошибка. Какого у меня? Я ушел. Отстань. Разряжаем обстановку. Все, пацаны, пошли победим, блядь, спать пора. Лучше бы, блядь, не вайпались бы на первых боссах, нормально все сделали, а сейчас тут потратили бы больше бы здесь времени. Сейчас кулаки разбафаю минуту. Опа, опа, фистинг. 300 бакс. Что возьмем, что за бомжефаска? Я попросил, давайте я слетаю, блядь, заберу сапрота с банка. Ну там разница 25 сапрота еще. Потом вернешь. Все, понял. Не жму без фаски. Войт, ну войт, ладно, там танковские другие ВКшные пробивают. В смысле, у меня была БК-фласка на СПД, но БК-фласки на сапрот у меня кончились. Что там, готовы? Давай, сочина. Ладно, дать. Сейчас МП-5 разбавлю. Туба. Далее. Будли готов. Пять секов каном писал. Вон он стоит. Давайте бьем пуху, а. Нужно было. Давай, точно. ДПС, дыши давай, зерки. Да, нормально можем, кстати, не заебусь. Донт. А, да, я готов. Гудлик. Он не двигается, он стоит. Какой же нахуй душный рейд бля, попался, пиздец. ТФК ваши, вылетание это вся хуйня, все, так двигается. Съебало все, блять, уже. Чекай. Все, он тут, че на пол. Блять, после каждого трая какой-то, блять, какой-то тут ходит. Мне эта хуйня, это ребята напрягать начинает. Вы не думайте, что со второго рейда, блядь, они будут нахуй пойдете со второго рейда просто. Что такая хуйня будет. Давай добьем пул, поехали. Будете с пугами ходить, блядь, вайпаться нахуй. По часам. Две. Поехали. На пола. Зачем вы темную магию ставите? Скажите ауру. Зачем она вообще нужна? Теневой удар. У кого теневой. Сейчас фрост стоит? Теневой удар? Который, блядь, если вы избиваете? Блять, пацаны. У меня стоит это фрост аур. Хорошо, по команде дашь мастера аур, когда будет вторая фаза. И потом скипнешь, когда призыв закончится. Мы пулы сдали. Десять секунд. Хорошо, Алис. Вот именно, кстати, надо на смену, когда дебаф скидывается, вот самый идеальный, и давать сейвы какие-то. По трэшу сыграли, отошли милики. Вот, сука, сейчас Гудрик на тебя нахуй кинется, блядь, что ты будешь делать, а? Блядь, ну кто сверху расхуярил? Таргет. Чё это сверху? Блядь, тут в неё кто-то таргет нам взял и расхуярил.
Я только и тебя ночь хотел. Беги, север. Все. Квель будет какие-то хинты макаром. Ладно, пойдет. Да я не понимаю, как, блядь. Ребят. Может, тарелка прокнула? Нету дома молния, почти летела. Почему не спустишь еще раз пьяный на РТ, блядь, я тебя нахуй... Ты понял меня? Джимбо. Я понял. Блядь, не ту лужу, не ту лужу. Пизду, вайп нахуй. Падать, я хочу лужу. Твою рожку. Блядь, нахуй, тебе тут пивасники, блядь. Да, ну сейчас реально тоже лужу. Пошли спать, Саша. А я тут при чём? Чё под пивасник сразу? Точечно нахуй сыграть по сферке, блядь. Ребята, вы чё, рофлите? Бля, я реально только взял её в таргет, сейчас такой думал, притяну и нихуя. Морозная сфера, блядь. Молния нахуй, огненный шок ещё добавил, блядь. Ну, накинь мне пешки, пожалуйста, я пойду остыну пока. Я согласен. ГБ мне, пожалуйста, начните. Так, Дон, слышишь, подожди, ты не снимал за те, кто были в воскресенье и замену делали. То есть на этом все? Ну, рейд закончился. Да, это все. Дон, держи, ты ж не снимал ГБшки те, кто был в воскресенье. Еще нет. О, давай мы просто съебемся с рейда перед начислением и все. Давайте. А я просто съебусь без начисления. Оба. Порази. Он же снимал 2К и пашки. Он там под еще снимал, а потом вернул. Там вернул, да. Да. Тогда ливаю. А, бля, не ливаю, дайте пати. Резнуть хотя бы.